Так, выезжаю сейчас с закрытого парка. Все, все посмотрели, попрощали, сделали маленькие им наставления. Все прям, все после травмы, все прям жалеют, переживают за нее, Ромка. Вот, поэтому сейчас вот по тренировочному выпускаю с закрытого парка, кто как в каком месте подъехал. Все спешат, переживают, но я думаю, все должно пройти красиво. Класс, девчонок, молодцы. Готовят. Все скажут, конечно, старт. Кто как стартует, догнанет. Ксения сейчас на новом мотоцикле, на КТМе. Ромка чертей нам показывает. Тоже сегодня поехал. Пару слов для интервью! Что? Пару слов для интервью! Так, сейчас... 23 декабря мы стартуем в Москве, мототрасса Гурьянова. Сегодня заезды будут сногсшибательными. Сейчас стартуем с Ксении Шмелева по номеру 717 после перелома первая гонка. Она молодец. О! Пожелай ей удачи. Наша команда самая сильная. У Ромки тоже мандраж, а? Предпусковой мандраж тоже, да? Небритый, смотрите, перед соревнованием небритый. Вот так вот. И так вот, смотрите, Гена, даже Гена чистит дорогу Ксении. Рельсы чистят. Ну ладно, это все. Игрушки. Когда только выезжаешь на гонку, все понимают, что не все так просто. Соперники очень сильные. Девочки молодцы. Двухтактнички. Все красивенькие, молодцы. Самое главное в гонке это стартануть. Вообще, девочки, я даю, преклоняю перед ними коленочку, то есть это, ну там, выехать зимой на шипах, в такую погоду, не знаю, на таком мотоцикле, это просто шикарно. Вот Подольска, видите, приехала. То есть очень сильные гонщики стали команды, потому что слабым здесь места нету. Здесь, если ты уже стал на старт, то ты уже, значит, сильный, по крайней мере, духом. Не обязательно приехать первым, увидеть финишный флаг. Самая задача сегодня у всех — это увидеть финишный флаг. Как только мы увидели финишный флаг, значит, мы уже победили, по крайней мере, сами себя. Не буду поэтому пока они идут, я сейчас их сниму большим планом. Вот они, вот они все, вот они, мы все снимем крупным планом. Все молодцы, пожелаем им всем удачи. Всем удачи, желаем. И теперь смотрим старт. Азует еще один. У всех адреналина, вы не поверите. Они стоят в дыму, как наркоманы. Стоят, нюхают этот дымок.
почувствовать вибрацию. Самое главное, вибрацию почувствовать. Вы не поверите, это такой адреналин, надо только испытать. Сейчас, когда пойдет судья с флагом, готовность, вы забываете просто обо всем. Дальше, когда пошли отсчеты, у тебя получается такое, как будто ты погружаешься на дно, то есть даже не слышишь соседей. Рев мотоцикла смотришь только, чтобы тебе, думаешь, не заглох мотоцикл, стартануть. Поэтому сейчас все думают, вот на данный момент все думают, что он выиграет. Все чемпионы и думают, что он конкретно он выиграет. Вот. Потом, уже когда стартанул, уже там все показывает. Но первых 15 секунд до первого поворота ты всегда сам себе соперник. Ты думаешь, что ты первый и самый сильный. Дальше, конечно, уже смотришь по состоянию, да, организма. Выдержит, какая тренировка, сколько тут натренировано было времени. Поэтому вот они все прогревают мотоцикл. Зима, где-то минус 5, Курьянова. Трасса, конечно, классная, молодцы, бесплатно, без стартовых даже. Что? Посмотрим, конечно, лишь бы ошибок не было. Если ошибки не сделают, никто то будет. Вот там 50 каточки гоняют. Так что все шикарно. Пока идет все хорошо. Все молодцы. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И я сейчас вам сниму быстренько всех крупным планом. Вот они все умнички. Все умнички. Все-все-все молодцы. Все-все молодцы. Все-все молодцы. Отлично. Все. Вот они. Шестеркаточки доезжают. Флагман приготовился. Вроде бы ожидание 15 минут, но это для нас, кто смотрит, это 15 минут вроде долго. Представляете, постоять 15 минут, погазовать. Вот он показывает готовность. Спрашивает, готовы? Готовы. Смотрите, готовы. Готовы. Оп, встал. Не завелся мотоцикл. Готовы. Готово. 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 Опа. Показывают ей. Готово. Готово. Все, показывают. Все. Прошел. Посмотрел готовность гонщиков. Теперь дает команду, что все на старте стали. Моторы всех завелись. У всех. Все готовы к старту гонки. Зеленый флажочек показывает. Давайте за ним понаблюдаем. Так, какие-то там маленькие терки между собой. Ага, так, ага. Власть поменялась. Власть какая-то у них там меняется, что-то делят. Так, 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 так. Так. Все. Есть. Показывают, рассказывают, что, где, куда, какие команды существуют. Показывают,
что-то рассказывают. Ксении не знаю, мы не можем послушать. Ну, что-то подсказывают. Ага, все. Опа, и что-то там рассказывают. Типа, я вам показываю, а вы меня смотрите и слушайте внимательно. Ты там вторая, третья, пятая, десятая. Я вот 8 дыр до сюда. Так, и все, и пошел. Пошел за табличкой. Сейчас будут отдавать секундную. Вот смотрите, сейчас у них... Они за ним смотрят, как, не знаю, жаба на удава. Вот они смотрят, смотрите. Все, он взял. Для них уже все, мир закрывается. Закрывается. Он им дает отсечку. 15 секунд до старта. Вы представляете, они не знают, на кого смотреть. Итак, я вам не буду показывать отсечку. Буду смотреть, кто как стартанул. И 5. Старт. Старт пошел, пошел. Молодцы, пошли, пошли. Так, пошли 65, теперь девочки. Ксюха пошла первая. Молодца, если она сейчас не сделает никакой глупой ошибки, она сейчас пойдет. У нее сейчас большой адреналин. Пошла, пошла, ну ей на хвост наступает кто-то. Ну не надо спешить. Не надо торопиться. Скажите, Роман. Не надо торопиться, едем как на тренировочке. Все. Ну старт был удачный. Старт был шикарный.